Вас вітає Політека Ньюз. Сьогодні спілкуємося з юристом Михайлом Гагаркіним. Пане Михайло, доброго здоров'я. Добрий день. У нас за вікном 1 липня, відкривається ринок землі. Така от глобальна халепа на голову українців, так? Так. Що робити? Які наслідки може це все мати? Економічних последствий положительних ожидать не стоит для України. В той формі, в котором прийнят закон України о ринку землі. Увеличение напряженной ситуации у мелких сільхозпроизводителей стоит ожидать. У них нет ни финансов на покупку земли, ни собственных оборотных средств на покупку земли и развитие своего аграрного бизнеса. Поэтому улучшения жизни граждан здесь ждать не стоит. Что стоит ожидать лоббистам, которые принимали этот закон в Верховной Раде? Ну, я думаю, что они уже достигли того результата, приняв закон. У самих лоббистов, которые лоббировали нашу Верховную Раду, чтобы принять этот закон, я думаю, проблемы не закончились. Они только начинаются. Ввиду того, что закон о рынке земли нарушает больше 10 статей Конституции Украины. Если быть четким, 22. Это минимум основного закона Украины, Конституции. Нарушает. То есть вследствие следующей каденции новой власти, либо при этой каденции, когда будет разблокирован Конституционный суд, этот закон, возможно, подвергнется сильному видоизменению, либо отмене. Если вы помните, в одном из предыдущих интервью, несколько месяцев назад, я вам говорил, что чехарда вокруг Конституционного суда закончится тогда, когда будет понятно, что делать с законом о земле. Так вот, чехарда не закончилась, она только усиливается, потому что Конституционный суд должен вынести свое решение согласно норме нашего основного закона, отменить этот закон. Поэтому все блокируется. Ну а те люди, которые вкладывали свои инвестиции в принятие этого закона, они получили продукт на сегодняшний день, который заказывали нынешние власти. Поэтому у нынешней власти много вопросов теперь, как разбираться с инвесторами, с заказчиками, с гражданами Украины, с сельхозпроизводителями. Цікаво, наскільки дорого обійшовся цей закон про ринок землі? І все ж таки, ні, це питання так, знаєте, риторичне. Я ж розумію, що я цифри зараз не почую, ви її не озвучите. А от лобісти, в першу чергу, якусь характеристику ви могли би дати, ну, щоб ми принаймні здогадалися, про кого йде мова? Ну, а посмотрите, хто зараз почне покупати. Но основні ігроки покупати не почнуть. Почему? Потому что очень рисковые инвестиции при таком законе. Закон антиконституционен. И любой инвестор, вкладывая деньги, понимает, что есть большие риски, более чем велики эти риски на сегодняшний день, по поводу отмены этого закона. Вследствие есть риски потери денег. Ни одна корпорация, ни один банк не начнет вкладывать деньги в такого рода проекты. Возможно, какие-то игроки, которые захотят в это вложить, либо у них будет предложение по кредитованию под залог земли довольно-таки за копейки, чтобы как-то себя обезопасить и потом вернуть свои деньги в случае обрушения этой конструкции. Ну, либо уже люди, доведенные до крайности, у которых нет возможности платить по новым налоговым ставкам за аренду земли, либо обрабатывать ее, потому что нет доступных кредитов, придут и будут просто ложиться. Вот как-то так. Уявимо, что деятельность Конституционного суда разблокировали, Конституционный суд выносит вердикт, мовляв, цей закон є неконституційним. Які це матиме наслідки? Этот закон, если все-таки так произойдет, так как вы говорите, то закон останавливается. Останавливает свое действие, если либо отправляется на доработку. Конституционный суд должен дать разъяснение, в чем он неконституционен и как это исправить. То есть там есть свой документооборот. Ну, свои механизмы управы. Вот, поэтому давайте ждать, давайте смотреть, все интересно будет. А то, что в Украине сейчас усилится рейдерские захваты и банкротство, и недовольство в сельских регионах, это факт. Потому что это сейчас лакомый кусочек. Плюс мы понимаем, что этот закон нарушает экономическую, политическую и продуктовую безопасность
Тобто ми фактично станемо свідками проявів локальних невдоволень в регіоні. Так, це вже буде. Ну от кілька років назад були такі попытки в нескольких областях, это даже в СМИ озвучилось, вооруженные захваты земель было, это еще до открытия рынка земли. Сейчас это будет, я думаю, что гораздо интенсивнее и в больших количествах. Зрозуміло, пане Михайло, дякую вам. Михайло Гагаркін, юрист, спеціально для Політека Ньюс. На все добре.